Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает, до 15 августа работодатели должны отчитаться о своих сотрудниках, предоставив отчет. Именно до этой даты работодателям Краснодарского края необходимо предоставить территориальное управление Пенсионного фонда России в городах и районах Краснодарского края сведения о своих сотрудниках по форме СЗВМ. Имя, фамилию, отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета и ННН. Отчитаться о работающих гражданах предстоит за июль 2018 года. Обращаем внимание, сведения на 25 и более работников в обязательном порядке предоставляются в форме электронного документа, подписанного усиленной и квалифицированной электронной подписью. В случае нарушения установленного порядка предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Ежемесячная отчетность для работодателей введена в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы или ее отсутствие определяется пенсионным фондом по сведениям от страхователей. На основании этих данных неработающие пенсионеры получают пенсии с учетом пропущенных индексаций в беззаявительном порядке. За непредоставление или неполное предоставление отчетности или нарушение сроков предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждого сотрудника.